Все говорят, что серфинг на Камчатке — это безумие. У всех есть мечта найти нетронутую, невиданную волну. Столько впечатлений в этом краю. Выглядит просто безумно. Невероятно трудно и одновременно просто. За окном может быть минус 25. Все меняется постоянно. Волны набегают 10-15 футов. Обещают 6 баллов. Готовимся, что сказать, и нас ждет вертолет. У тебя требовали паспорт? У тебя тоже? Впереди 6 дней. С природой придется повозиться. Но техника вся заряжена. Красота. Не перестаю восхищаться. Ветрило задувает. Мы связались с такими ребятами, как Норм. Дальше карты не принимают. Ну как? Не описать. Попробовали покататься здесь. Дальше больше. Но мы все равно сюда вернемся. К бою готовы. Новое место. Скрестим пальцы. Такое ощущение, что мы первые прилетели сюда серфить.